Если смотреть на кластеризацию на Украине, у вас очень много инициатив, но нет суппорта со стороны государства. Надо сейчас разбудить государственные структуры, чтобы они обратили внимание на процесс кластеризации и на сами структуры кластеров, которые намного проще создать на Украине, чем ассоциации, и через них уже начинать работать с индустрией. В принципе, я думаю, что вы не в хужем положении, чем любая другая европейская страна. Только вы только-только начинаете. ПАО будет самым первым украинским кластером, который будет сертифицирован по европейским менеджмент лейблам. Он получит бронз-лейбл в следующем уже месяце. Я думаю, что это один из передовых кластеров на Украине. Если говорить об общей ситуации, я думаю, что весь украинский кластер-комьюнити должен идти к государству и объяснить, что, ребята, начнем работать вместе и поможем украинской экономике расти с большими шагами, а не так, как сейчас стагнировать. Со стороны государства должна выйти программа по кластеризации, в которой были бы намечены шаги, такие как помощь кластерам для того, чтобы создать кластера, помощь со стороны государства на обучение менеджеров кластеров, фасилитаторов, как их еще называют, и помощь и со стороны государства нужда в том, чтобы кластеры показали как можно лучше результаты за ту помощь финансовую или там другую по обучению, которую они предоставят самим кластерам.